Всем привет! Новое видео на канале Gadget Mania. Сегодня распакуем очередную посылку из Китая. И в этот раз это необычный видеорегистратор с хорошей съемкой в ночное время суток. Итак, я начинаю. Поехали! Посылочка 2,5 недели из Китая. EMS Почта Китая. Здесь внутри у нас должен быть регистратор. Упаковка хорошая, по этому поводу можете не переживать. Подробнее узнать о характеристиках данного устройства можно по ссылкам в описании. Пройдете, тем самым поможете мне. Ну и посмотрите, если вас заинтересует, то можете смело покупать. Что в комплекте есть? Во-первых, нет коробки. Я не знаю, поставляется это всем так или только мне, но имейте в виду, что коробочки нет. Как я сейчас уже вижу, есть у нас следующее. Это вот такая вот присоска на лобовое стекло или любую другую поверхность для вашего автомобиля, на вашем автомобиле. Здесь также у нас есть блок питания уже встроенный для прикуривателя и также мини-USB. Это тоже очень хорошо и замечательно. Некий мануал. Ну, друзья, вот таким вот образом выглядит сам видеорегистратор. Спереди он напоминает фотоаппарат со сменным объективом, но объектив он здесь не сменный, просто, скажем так, это такой стиль ретро. Но производитель это обуславливает тем, чтобы, то есть величина вот этой вот области для того, чтобы сам видеорегистратор хорошо записывал видео непосредственно в темное время суток. Как это будет происходить на деле, я смогу вам рассказать только после того, как попользуюсь данным видеорегистратором. По поводу второй стороны, это непосредственно сам экран. Здесь нет встроенного аккумулятора. Регистратор начинает свою работу при подключении источника питания, то есть по USB я его подключил, и он непосредственно включился. Есть органы управления в виде кнопок, есть простецкое меню. Настройки все простые, но что здесь говорить, надо пользоваться, потому что видеорегистратор это такая вещь, которым действительно надо пользоваться. Хорошо, что в комплекте есть крепление для лобового стекла, есть все кабели для полноценного функционирования данного устройства, то есть непосредственно в прикуриватель. Ну а дальше уже смотреть, как это будет выглядеть действительно в процессе эксплуатации. Ставьте лайки, пишите, что вы супергерой, подписывайтесь на канал, есть чат в Телеграме, и совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока.